Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Мы сейчас выполним упражнение 15 на странице 12 учебника по русскому языку для 3 класса автора Климановой. Прочитайте стихотворение Юрия Энтина. Найдите строки, выражающие главную мысль. Выпишите их. Образуйте из них побудительное предложение и запишите его. Стихотворение называется «Про дружбу». «Дружит с солнцем ветерок, а роса с травою. Дружит с бабочкой цветок, дружим мы с тобою. Все с друзьями пополам поделить мы рады. Только ссориться с друзьям никогда не надо». Главная мысль выражена в следующих строках. «Только ссориться друзьям никогда не надо». Образуйте из них побудительное предложение, запишите его. Эти строки говорят о том, что никогда не нужно ссориться, поэтому предложение побудительно будет таким: «Не ссорьтесь с друзьями». Это побудительное восклицательное предложение, в конце его мы поставим восклицательный знак. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеорешения на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии.